Ну, значит, суть была простая, как я тебе сказал. Нажать кнопку в программе, и она нас повезет. Грузовик есть грузовик, пилот там только по звездам курс сверяет. Но сделать может вряд ли что, потому что все за нас лохматые академики рассчитали. ЦВМ, опыты. Ну и помнишь такие неудачные полеты Фобос-1, Фобос-2 там и так далее. В общем, в этом весь риск был, что не попадем. И ведь надо ж, суки, очкарики, знали, что шанс 1 к 10. Знали, что не вернемся мы. Но нам не говорили. Нам говорили обратное. Шанс, мол, 9 к 1. Ну и мы не попали ни хера. Да, да, мимо Марса прям. Началось, конечно, все с наших доблестных советских ЭВМ, самых больших в мире микрокалькуляторов. Вот самый тупой перфолент. На коррекции затупил компьютер. И рванули мы, блядь, на 300 тысяч километров выше, левее. Как мяч у наших футболистов. Не в девятку, а мимо ворот, короче. А нам, у нас гравитационный маневр рассчитан. Мы должны поворачивать, воспользовавшись силой тяготения. А ни хера не выходит. Ни маневра, ни хера вообще. Я далек от этого. Ну, как бы формулы были. Время тоже. На калькуляторе можно было посчитать раза три. На четвертый раз надо, как говорится, что-то делать уже было. Ну, а Маша наша, хотя ее не Маша звали, а Зоя, но тем не менее. Называли мы ее между собой так, с командиром, наша Маша. Ага, спали с ней? Ну, конечно, по очереди. Не давалась она. Вернее, она давалась, но только одному. А как это? Один, значит, будет смотреть, а другой это... Она пополам, я сказал, не делить не буду. Ну и понял я, что командир или убьет меня, или убьет ее и меня, или убьет, как говорится, корабль наш с психу, от сперматоксикоза. Ну а Маша, как говорится, тоже баба дура. Первый месяц ломалась, мол, не хочу с командиром, и все, он старый, ну как старый, 29 лет парню. А мне тогда было, 26, я еще моложе, да. А потом ничего. Вроде даже как любовь у них началась. Первый месяц, как говорится. А там и второй. Ну это все вопреки программе. Тогда, конечно, не было камер на каждом углу. Но писали нас. Я на какие только хитрости не шел. Какую-нибудь херню засунешь. Магнитофон он ленту зажует. Ну и пока там разбираешь его, они перепихиваются в душевой. Вот что делать? Жизнь такая. Не был ты на невесомости месяца три без бабы. Ну дальше не поймешь ничего. Можешь на земле начать попробовать. В монастырь уйти в какой-нибудь. Только чтоб монахов рядом не было и движущихся предметов. Иначе, ей-богу, согрешишь. Зверушек тоже мелких. Да, состояние фантастических сновидений. Снятся тебе в основном русалки, Венеры. Иногда дискотеки. Стрип-клубов тогда не было, так что они не снились, успокойся. С глупыми вопросами. А мне почему-то снилось поле. Поле... И девушка босиком бегущая. Вот как кончилось, а мясо не несут. Ну, подождем немного. В общем, связи с супом устойчивой нет, как я антенну не кручу. Как Зоя там на шпагате не сидела. Я ее настраивал. Антенну, в смысле, не Зою. Да, за бортом. Выходишь на час, потеешь 4. Понимаем, что белка-стрелка
наши верные спутники скоро будут на карте звездного небосвода. Приятно, конечно же, назовут, может, созвездие твоим именем, да, а может и не назовут, потому что секретно все. Нигде не сообщается, что русские первые рванули на Марс. Вот, значит, крутим мы, подаем сигналы всякие, и нихера. Фобос ближе, Деймос рядом. Марс справа снизу, бляха. Вариантов, кроме экстренного торможения, посадки никаких. Но это тупой вариант, самоубийственный. И приходит мне мысль, значит, вполне дикая. Ну, с точки зрения современной науки. Развернуть антенну на пояс астероидов и туда отправить наши сообщения. СОС обычно. С указанием наших координат, разумеется, пространственных. Ну и сделали мы 3 сеанса по разным, значит, радиантам, по 3. И самое удивительное, наши сообщения услышали. Я не крещеный, но вот тебе крест, парень. Металлический голос сказал: через неделю не меняйте курс, с вами выйдут на связь. Сказал по-другому, но это я так от волнения тебе переврал, потому что услышать такое — или с ума сойдешь, или сердце остановится от радости. А нельзя, чтобы сердце останавливалось. Сердце должно биться, как у Комарова. Биться, крыть матом, выдавать информацию. Иначе ты не инженер, а хер в стакане. И не космонавт. Первопроходец звездных миров и пустоты. Которая на самом деле не пустота. Дай стакан. Надо налить. Потому что дальше начнется то, что... Только после первой бутылки можно рассказывать, и не всякому. Вот поэтому я тебе и рассказываю, кстати. Потому что ты не жадный, в отличие от тех, кто вокруг тебя бегает на двух ногах.